Что бы вы выбрали, секс или шопинг? Даже я не знаю. Наш проект называется «Чего хотят женщины». Вы готовы ответить на вопросы? Да, конечно. Так, первый вопрос. Чего хотите от жизни? Ну, от жизни мы много чего хотим. А от вашего мужчины? А от мужчины, наверное, мы хотим, как сказать, чтобы мужчина нас защищал, чтобы мы были за ним, как за каменной стеной. Что для вас значит любовь? Любовь значит многое. Любовь значит поддержка, взаимность, дружба. Это должно все воссоединяться в одно. В чем секрет того, чтобы мужчина захотел на вас жениться? Секрет? Не знаю. Это, наверное, секрет в том, что девушка должна ему понравиться вот как-то по-своему, индивидуальность вот какая-то. Все равно мужчина же тоже чего-то хочет от женщины. И от этого зависит. Спасибо. Какие три качества вы ищете у мужчины? Наверное, мужчина должен быть сильным, умным и добрым. Как вы считаете, какие три качества мужчина ищет в женщине? Наверное, самое главное – это красота, умение готовить и чтобы женщина могла поддержать семью, очаг в доме. Вы вышли замуж за иностранца? Возможно, да. Вы вышли замуж за чернокожего? Возможно, если бы понравился, то да. Как вы считаете, является ли секс одним из главных элементов отношений? Я думаю, да. Что бы вы выбрали, секс или шопинг? Даже я не знаю. Легко ли вы можете взять от мужчины то, чего вы хотите? Смотря какая ситуация. Какими-то своими способами. Ну, это тоже зависит от ситуации, как, ну, по-разному. Как вы считаете, уважают ли мужчины тех девушек, которые спят с ними на первом свидании? Я думаю, нет, но все равно мужчины бывают разные, у каждого свое мнение. Вы все сделали, чтобы удовлетворить вашего мужчину в постели? Скорее всего, да. Какая ваша сексуальная фантазия? О, можно не говорить. Какое экстремальное место, где вы занимались сексом? Ну, таких экстремальных у меня не было. Спасибо за ваши ответы. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. До свидания.